Всем привет, друзья, с вами Андрей Хорев, это канал «Футбол – это жизнь». Итак, наша рубрика «Форд ФИФА» подходит уже к завершению нашего легендарного сезона, где мы собираем весь состав из икон, он уже собран, но остается одна прайм-икона. Итак, сегодня у нас нововведение, пока мы не поймаем, нам остается буквально одну карточку, поэтому нам ничего не остается делать, как увеличивать наше открытие. Сегодня у нас все наши открытия и все, что мы заработаем, будет увеличиваться на 2. Итак, в самом начале мы открывали 5 игроков, 3 золотых и 2 специальных. Теперь мы их умножаем, и у нас получается 6 золотых игрока и 4 специальных. Ну что же, начнем, наверное, сначала с золотых, как обычно. Первый игрок. Нет, 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 нет. И последний золотой игрок. Нет. Ну что же, теперь нам остается 4 специальных игрока. Нет, нет, нет. И последний специальный игрок. Нет. Ну что ж, друзья, вот так вот выглядит до сих пор наша команда уже на протяжении выпусков 3, наверное. Поэтому нужно нам хорошо играть в Fortnite, зарабатывать высокое место, не вылетать сильно рано, но и уже потом все наши открытия будут умножаться в 2 раза. Переходим к первой игре Fortnite. Ну что ж, друзья, занял я 5 место, пережил 95 соперников, за это получаю 48 игроков, 24 золотых и 24 специальных. Ну что ж, друзья, это была одна из самых интересных, мне кажется, игр за весь этот легендарный сезон. Дошли до топ-5, сделали 2 убийства, ну и давайте теперь считать. Занял я 5-ю строчку, пережил 95 соперников, как я уже и сказал. За это я получаю 48 игроков, 24 золотых и 24 специальных. Это как по-обычному, но у нас все умножается на 2, поэтому получаю я, во-первых, за то, что я дожил до топ-5, 48 золотых, 48 специальных. За то, что я дошел до топ-5, я получаю 25 игроков, раз умножается это 50, итого 25 еще сверху золотых и 25 специальных. Ну и за одно убийство мы всегда получали 5 специальных игроков, я их сделал 2, это уже 10 специальных игроков, и умножаем на 2, итого это 20 игроков. Так что это, наверное, будет самое большое открытие, целых 166 игроков мы, друзья, сейчас с вами откроем. Ну и начнем, наверное, с золотых, их у нас 73, ну что ж, поехали. Первый игрок, нет, 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 2 раза подряд, нет. Снова выпадает нам Макелеле, но у него нету прайма, так что нет. Нет, 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 нет. Друзья, наконец нам потребовалось на это буквально 15 золотых игроков. И мы этого достигли. Естественно, мы не будем сейчас открывать все эти 166 игроков, которые мы все заработали. Мы добились своего. Патрик Клюверт в нашем составе. Итак, друзья, добились мы этого. Все, 6 прайм игроков в нашем составе. Большое вам спасибо, друзья, во-первых, за просмотр. Да, мне казалось, это будет намного дольше ролик, потому что, ну, 166 игроков. Но буквально уже на 15-м золотом игроке мы получаем Клюверта. Прайма, тем более, сразу нам его выпадает. У нас была его карточка, вроде самая маленькая, бэби-версия, но сразу вот нам выпал прайм. Итак, друзья, как вы видите, 6 прайм-икон в нашем составе. Я могу вам показать все, как запас, так и резерв, заполнен иконами, которых мы именно вылавливали. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Давайте под этим роликом мы наберем 30 лайков. И тогда я сразу же запущу новый 3-й сезон. Какой, вы узнаете чуть попозже. С вами был Андрей Хорев и канал это... С вами был Андрей Хорев и канал «Футбол это жизнь». До новых встреч, друзья. До свидания. Давай, давай, да, мы с тобой в кайф вдвойне. Летаешь на губах, как мокрый снег. Где рядом и нам наплевать.